Владимир Яхумович Карасев, токарь-наладчик Кировского завода, известен в Ленинграде как неутомимый рационализатор. За послевоенные годы он создал 28 конструкций различных сверл, резцов, разверток, позволивших намного поднять производительность труда. Сейчас на заводе он демонстрирует сверло новой диаметрии со ступенчатой заточкой. Обычно на этой операции рабочий пользуется тремя инструментами – сверлом, зенькером и разверткой. Сверло Карасева сделало ненужным применение зенькера. Оно само рассверливает отверстие до нужного диаметра, и это увеличивает производительность труда больше, чем на 50%. Рационализаторы завода внедряют сейчас еще одно предложение. Во дворе завода всегда собираются громоздкие типы металлической стружки, для вывоза которой каждый раз требуется много погонов. Рационализаторы поставили задачу превратить стружку в брикеты. Первые опыты показали, что даже на обычном прессе при давлении в 150-200 тонн объем стружки уменьшается в 12 раз. Но главное, стружку такими брикетами можно плавить в печах. Рационализаторы Кировского завода обязались в нынешнем году сэкономить своему предприятию 1.